Пункт отбора на контрактную военную службу – это стартовая точка для тех, кто хочет пойти добровольно защищать границы России. Ежедневно по адресу Октябрьская, 30, в Орле собираются мужчины, готовые сделать взвешенный и осознанный выбор. Помогают им в этом офицеры пункта отбора на военную службу по контракту. С начала 2024 года в пункт отбора обратилось уже более 200 жителей Орловской области. Все большее количество граждан желают заключить контракт о прохождении военной службы. В пункте отбора можно получить информацию о социальных гарантиях, федеральных, региональных. Здесь инструктор пункта отбора поможет собрать необходимые документы для оформления, разъяснит, какие комплектуем воинские части, помогут в сборе документа прохождения медицинского свидетельствования, а также поможем собрать все необходимые вещи для отправки в воинские части. Многих из них сделать этот выбор подтолкнуло то, что ряд родных и знакомых уже находятся в зоне проведения СВО. Защищают нас на самом передке, отстаивают честь, достоинство и интересы нашей страны. Друзей там много. Дядя там, ну не дядя, а по родственникам дядя воюет с самого начала. Друг там лучший с самого начала.